Привет, меня зовут Лиза, фамилия Макарова. Возможно, ты уже видел меня на каких-то других видеозаписях, тренингах, может быть, даже в офисе уже виделись. В общем, ты в моей команде, я директор группы. Работаю в Active Sale Group уже 11 лет. Начинала так же, как и ты, с раздачи каталогов, то есть приходила на вакансию курьера-консультанта. Сейчас и, в принципе, уже давно продажами не занимаюсь, работаю с директорами, менеджерами. Товарообороты моей команды составляют несколько миллионов рублей ежемесячно. И сегодня буду тебе рассказывать о том, как начать зарабатывать более умные деньги, не увеличивая количество раздаваемых каталогов, но получая дополнительные бонусы от Oriflame. Для тебя есть такая возможность. О чем сегодня поговорим? Ты, скорее всего, знаешь то, что в Oriflame, в Active Sale Group, можно заработать с продаж. То есть ты раздаешь каталоги, разносишь заказы, получаешь 30%, 20 сразу, 10 потом. С этим, думаю, более-менее понятно, про это больше говорить не будем. Но я расскажу, что есть еще 30%, которые можно получать за так называемый опт. Смотри, в каждый товар заложено вознаграждение 30% тебе как продавцу и еще 30% твоим вышестоящим руководителям. Ну, соответственно, оставшиеся 40% Oriflame оставляет себе, там, обеспечивает производство самой продукции, ну и получает прибыль и так далее. Так вот. Сегодня расскажу, как ты можешь получать не 30, а до 60% со всех оборотов уже сейчас, будучи консультантом. Если упрощать, то основная цель этого бизнеса – увеличивать товарообороты за счет того, что создаешь сеть из людей, которые делают продажи. Если ты здесь планируешь работать как руководитель, то тебя научат работать с так называемым холодным рынком, то есть набирать персонал из незнакомых тебе людей, подавать рекламу на различные сайты, общаться с людьми через соцсети, обучать их и так далее. Если ты пока что не руководитель, но уже сейчас тебя интересуют заработки и бонусы за оптовые продажи, то ты можешь создавать свою сеть из знакомых людей. То есть пригласить на работу, подработку твоих одногруппников, знакомых, приятелей, кого-то еще. И они в Oriflame будут зарегистрированы в твою команду, в твою структуру. И, соответственно, все их продажи будут суммироваться с твоими личными продажами, и Oriflame будет тебя премировать. Основная и самая приятная фишка в чем? Oriflame тебе платит не единоразовый бонус, то есть это не просто акция «приведи друга», а Oriflame будет платить тебе постоянно, ежемесячно, до тех пор, пока человек в твоей структуре приносит пользу, то есть пока он делает товарооборот, растет по карьере и все в таком духе. Объясню немножко конкретнее про суммы, которые ты можешь заработать уже в первый месяц. Давай представим, что ты личными продажами сделал 500 баллов. Ну, то есть это абсолютно реальная сумма. И ты пригласил, давай, 5 друзей, 5 знакомых. Если ты сделал 500 баллов, логично, что они тоже способны сделать 500 баллов. То есть 5 человек по 500 плюс ты. В таком случае, помимо твоих заработков с продаж, чисто за приглашение, ребят, ты получишь премию 10 тысяч рублей. Ну, а теперь представь, что ты выполнишь норму на инструктора, сделаешь 1000 баллов. И твои люди, глядя на тебя, захотят это повторить. Пускай не все пятеро, но хотя бы пару человек сделают по 1000. Тогда премия может быть уже не 10, а около 15 тысяч рублей. И самое интересное, что на следующий месяц люди продолжат работать, и Oriflame продолжит выплачивать бонусы. То есть эта тема, ну, вечная, можно сказать. Как схема работает дальше? Представим, что ты пригласил двух знакомых, всего двух. Каждый из них пригласил еще по 2 человека. Те, в свою очередь, еще по 2 и так далее. Вот самое крутое то, что тебе будут платить бонусы за всех этих людей, даже если ты с ними вообще не знаком лично, никогда не виделся, не созванивался, и всю работу будет проводить твой вышестоящий руководитель. Потому что Oriflame выгоден товарооборот, и за его увеличение он будет тебя поощрять материально. И у нас в Active Sale Group примерно каждый пятый руководитель выходит на товарообороты от 300 тысяч рублей в месяц, только по знакомым. То есть есть рекрутирование по холодному рынку, да, это все хорошо, здорово, но если ты приглашаешь знакомых, то это более легкая работа, и, собственно, почему нет? Безусловно, вот эта схема, которая сейчас на слайде, то, что каждый пригласил двоих, тот еще двоих, тот еще двоих, это модель. Идеальная модель, так никогда в жизни не будет.
Но суть остается сутью, то, что ты зарабатываешь со всех поколений людей во всю глубину структуры, и всегда будет такое, что твои знакомые, вне зависимости от тебя, все равно кого-то пригласят. Кто-то пригласит одного человека, а кто-то семерых. Заранее никогда не узнаешь, нужно пробовать. Давай разберемся, какие плюсы есть в данной теме. Начну с плюсов для тебя. Ну, во-первых, это заработок, само собой, это то, с чего мы начали. И есть еще несколько преимуществ, такое как работать в кругу знакомых и приятелей банально веселее. Ну, то есть вы будете чаще видеться за счет того, что на планерке приезжаете в офис, подключаетесь в Zoom на созвон вместе, появляются какие-то темы для разговоров, работаете в одном районе, в конце концов. То есть, как ни крути, когда у тебя на работе коллектив из людей, с которыми ты в приятельских отношениях, это здорово. Дальше перейдем к плюсам для самих этих людей, потому что это тоже важно. Как минимум, люди найдут прикольную работу для студента, для молодежи с адекватными заработками. Ну, в принципе, раз ее нашел ты, то логично, что такая работа может быть интересна кому-то другому. Второй плюс – карьерный рост. То есть, если твой знакомый из тех людей, кто интересуется какими-то серьезными заработками, у кого есть амбиции, человека интересует развитие, то тебе будет не стыдно пригласить его сюда, потому что это не просто тупая курьерская работа, а здесь есть реальная перспектива. Если ты еще об этом не в курсе, сходи на бизнес-тренинг, там подробно обо всем этом расскажут. Ну и третий момент, если знакомый, которого ты пригласил, совсем мега серьезно настроен, то он может построить даже бизнес в Active Sale Group вплоть до открытия собственного офиса. И я сейчас это говорю не просто для красного словца, есть примеры людей, которые так делали. Давай начну с небольшого примера, вообще с самого лайтового, то есть что минимум человек может получить здесь. Я в свое время, несколько лет назад, зарегистрировала в Oriflame к себе в структуру свою подругу Лену. Ее не особо интересовала вот именно работа в плане там, раздачи каталогов, быть консультантом в Active Sale Group. Она это не хотела, потому что у нее была другая работа на тот момент, ну, собственно, и сейчас есть. Но ее заинтересовала вот эта идея создания структуры и приглашения людей. Я ей показала несколько методов, как можно разместить какие-то объявления, пригласить людей, и, собственно, она начала этим заниматься. Что это дало? В ее структуру зарегистрировалось порядка 10-15 человек. Кто-то из них поработал месяц, кто-то два, но была одна девушка, которая стала директором. Она до сих пор работает в моей структуре, возможно, ты с ней знаком, это Мария Алиева. Так вот, благодаря тому, что в моей структуре появилась Мария Алиева, у меня есть дополнительная директорская команда, и я получаю хорошие деньги. А та самая подруга Лена заработала, ну, где-то 15-20 тысяч на своем аккаунте в Oriflame, который она благополучно потратила на косметику. То есть, грубо говоря, она получила на 20 тысяч Oriflame бесплатно. Вот это тот пример, когда человека вообще не интересовала работа в Active Sale Group, то есть она только пригласила несколько человек и потом забросила все это. И другой пример. В моей структуре есть Влад Гусаченко. Может быть, ты был на его бизнес-тренинге, если нет, то еще будешь. Сейчас он управляющий партнер в Краснодаре. В свое время работал здесь со мной в Санкт-Петербурге, и когда был начинающим инструктором, пригласил в свою команду своего друга, ну, получается, однокурсника. Даню пригласил с целью там, карьерный рост, заработки, то есть все серьезно. Дане все понравилось, он проработал около полугода, за эти полгода заработал достаточно хорошую сумму денег и успел пригласить в числе прочих еще одну небезызвестную личность в Active Sale Group, Якова Кобызева. Он тоже стал управляющим партнером. Вместе с Владом они открывали Краснодар, Казань. Короче, Яш тоже крутой, до сих пор работает. Сейчас там тоже миллионные обороты ежемесячно. И, соответственно, это еще одна директорская команда в моей структуре. Но это еще не все. Яша тоже пока не еще работали в Санкт-Петербурге.
пригласил еще одного парня из их универа, кстати, в Бонч-Бруевич они все учились, Илью. Точнее, даже не Яша пригласил Илью, а Илья сам попросился. Илья на год или два их младше, он спрашивал, типа, а что за работа, а можно с вами, я тоже хочу. Да, такое тоже бывает. И вот, как бы, да, они привели Илью, и Илья тоже стал директором. И тоже как бы все здорово. Чтоб ты не думал, что все так классно звучит, стоит пригласить там одного своего приятеля, и он тут же станет директором, я уточню, что, конечно же, все эти парни пригласили не по одному человеку. Они приглашали много, каждый месяц, но дело в том, что кто-то приходит просто поработать курьером-консультантом на месяц-два, кто-то поработает полгода, а кто-то станет в итоге директором, управляющим, кем-то еще. Здесь как с каталогами. Чем больше людей ты позовешь, тем больше шанс, что среди них появится будущий директор или управляющий. Но это еще не все. Есть еще одна хорошая новость и дополнительный бонус. Так как Active Sale Group – это самая передовая система работы во всей компании Oriflame, это действительно так, мы решили ввести дополнительный денежный бонус, чтобы тебе было еще интереснее. Только до конца 2021 года действует такое условие. Если ты выполняешь условия договора в этом месяце, и человек, которого ты пригласил, тоже выполняет условия договора, то плюс к окладу, плюс к премиальным, плюс к бонусам за опт, ты получаешь дополнительный бонус 5000 рублей. Ну а если таких людей будет двое, то ты получишь 10 тысяч, если трое, то 15 и так далее. Блин, почему когда я приходила, таких бонусов не было? Тебе повезло. Ну и самый главный вопрос, который у тебя сейчас должен быть. Что, собственно, делать, с чего начать? Давай сперва разберемся, кого можно пригласить. Значит, по возрасту. Обычно в Active Sale Group работают ребята от 17 лет до 35, но если среди твоих знакомых есть кто-то чуть младше, чуть старше, не возбраняется. Город вообще любой. Если в Питере, отлично, если какой-то другой город, можно работать удаленно, дистанционно. То есть человек будет обучаться через видеозаписи, через Zoom, на созвоне будет с твоим руководителем. Да, самое главное то, что всю работу с этими людьми будет проводить твой руководитель. Ты как работал, так и продолжаешь работать, кайфуешь, наслаждаешься, то есть на тебя нагрузка дополнительная не ложится по обучению новичков, которые придут от тебя. Но зарегистрированы они будут автоматически сразу в Oriflame, в твою структуру. То есть вот это важно, такая некая халява. Работает за тебя твой руководитель, потому что ему это тоже выгодно. А всякие плюшки и ловешки получаешь ты. Ну и сама механика твоих действий для того, чтобы у тебя уже через пару дней появились люди в структуре. Есть два варианта. Вариант первый. Ты садишься вместе со своим руководителем, вы открываете твой ВК, и ты под его присмотром отправляешь нужным людям некие скрипты. Скрипты выглядят примерно следующим образом. «Привет, я устроился на работу, на подработку в такую-то организацию, есть такие-то актуальные вакансии, интересно ли тебе, да, нет». И дальше тем, кому интересно, скидывается видео-презентация вакансий. Ну, та, которую ты уже смотрел, когда к нам устраивался. Ну и дальше логично тем, кому все нравится, все подходит, и он сам прошел отбор, он начинает работать у нас, регистрируется в твоей команде, дальше профит. Ну и второй вариант, еще более простой. Ты скидываешь своему руководителю свой логин, пароль ВК, ни о чем не паришься, все делают за тебя, всю рассылку, все там ответы на сообщения. И уже через два дня у тебя появляется первый человек в команде. Вот ты сейчас прослушал кучу информации, наверное, у тебя могут быть какие-то сомнения, возражения, непонятки. Давай разберем основные из них, которые, ну, я сталкиваюсь с ними чаще всего. Первый момент, возражение такое. Из моих знакомых это никому не нужно. А-ля «у меня уже все работают», или «да у меня вот там все спортсмены, им некогда», или наоборот «они там все тунеядцы, им это неинтересно», и какие-то прочие предлоги, но смысл один, моим знакомым это никому не надо, рассылать ничего не буду. Я за 11 лет своей работы
Очень много таких встреч провела с консультантами, когда рассказывала, что вот, можно приглашать знакомых, там, давай, все будет здорово. И некоторые ребята отказывались. Я особо не наседала, типа, ну, не хочешь, не надо. Что в итоге получалось? Через пару недель, через месяц мой консультант на каком-то тренинге, на каком-то мероприятии в офисе встречается случайно со своим одноклассником, одногруппником, кем-то еще, и удивляется, типа, о, ты тоже в Active Sale Group работаешь. И оказалось, то, что за этот месяц, то, что человек, ну, мой консультант уже начал работать, оказалось, что его друга пригласил какой-то другой менеджер из Active Sale Group, из параллельной структуры или из другого офиса. То есть человек пришел работать, делать товарооборот, но не в структуру моего консультанта, а в совершенно как бы параллельную. То есть это упущенная возможность, упущенные деньги. Здесь уже ничего не сделаешь. Хотя изначально мой консультант мог говорить то, что там, да нет, этот парень точно не пойдет работать, ему не надо. А оказалось, надо. Оказалось то, что он там уже уволился с предыдущего места работы давным-давно, просто мой консультант об этом не знал. Вот. Второе возражение. Я сначала поработаю сам месяц, посмотрю, чего как, и только после этого начну приглашать знакомых. Не вопрос, ты можешь подождать месяц, мое дело предложить, но опять же, за первый месяц, если ты будешь работать один, заработаешь, ну, условно, 20-30 тысяч рублей, а если бы пригласил хотя бы пару человек, то это было бы не 20-30, а там от 25 до 45, смотря что за знакомые, смотря как бы они работали. То есть лишние 15-20 тысяч рублей, мне кажется, совсем не лишние. Зачем тянуть? Тем более есть куча примеров других ребят, у которых уже раздаются каталоги, уже все получается, и, собственно, есть договор в конце концов, поэтому ты совершенно без каких-то там зазрений совести можешь кого-то пригласить. Ну и третий момент. Я из другого города, у меня в Питере знакомых нет. Там, я не местный. Вот насчет этого вообще ничего страшного, не парься, потому что, повторюсь, мы можем работать удаленно. С 2020 года, с наступлением пандемии, мы перешли на онлайн-рельсы, скажем так. Все тренинги, все обучение и сопровождение у нас переехало в Zoom, в онлайн, в видеозаписи, поэтому тут вообще никаких сложностей и проблем не возникнет. У нас уже работают ребята из практически всех крупных городов-миллионников и даже из небольших городов, где там по 200-300 тысяч населения. Там также есть организации, там также есть Oriflame, можно раздавать каталоги и даже расти по карьере, потому что, опять же, свою команду можно будет набирать удаленно по всей России. Ну и теперь, прямо сейчас, звони своему руководителю, говори ему, какой вариант ты выбрал, и он скинет тебе все скрипты. Дальше, через неделю уже, надеюсь, увидим первый товарооборот от твоих людей, и еще через неделю ты получишь первый премиальный за это. Успехов, удачи, если есть какие-то вопросы, можешь писать или звонить мне. А так, пока!